Вот такие глюки часто бывают у меня на Мимаксе. Так. Пытаюсь выйти. Еще раз. Видите, он сам что-то все открывает. Ну, бывает такое у меня. О, что-то пошло вообще. Сам какую-то страницу мне открыл. В общем, вот такие вот бывают глюки. Официальная прошивка. Да ё-моё. Пытаюсь вернуться домой. Он домой вернулся. Он начинает открывать еще что-то другое. Короче, понеслось. Лечится вот таким вот способом. Нажимаешь на блокировку, потом разблокируешь, и вроде уже все нормально работает. Так что имейте это в виду, если будете покупать этот телефон, возможно, у вас такая же проблема тоже будет.